Привет, друзья. Возникла проблема. Прямые эфиры зависают при просмотре на телефоне или планшете через сотовую сеть. Сейчас я показываю, что скорость нормальная. Это сейчас сотовый оператор Теле2, Ростелеком. Видите, передача данных есть, баланс не ноль. Теперь прямой эфир запускаем. Всех ФСБшников с очень большой радостью, да? Видите, тормозит, невозможно почти что смотреть, потому что или по ошибке блокируется прямой эфир, или за оборудование фаерволов, сормов, либо специально. Ну, пока что у одного оператора я проверил. Проверю, еще у меня Мегафон есть, Билайн. МТС только нет. На всех остальных я тоже проверю. Заявку они отказались брать. Ростелеком, Теле2. Просто отказались, сказали нет. Нормально. Не грузится, значит, тот сайт кривой. Ну вот этот сайт не кривой. Я могу вам показать. В общем, видите, не идет. Скорость есть. Вот я переключился на Wi-Fi сеть. Все пошло. Так, что не получается? Что-то, видимо, прямой эфир, как видите. С завтрашнего дня начнем, завтрашний день начнем тем, что читаем донат. Спасибо, что вы нас смотрите. Ой, не успею, спасибо, наверное. Спасибо, отвечу на пару вопросов. Так. Так. Слава, вы будете подключаться к дебату Навальный-Гиркин? Я думаю, там Навальный платит. Зачем еще Мальцев подключаться? Так, переключился на сотовую сеть. Так. Сейчас затормозит. Про Удмуртию напомни, пишет. Да. Ну, скажи. Опять, в Удмуртии наш соратник Андрей Кунаев, он блокируется, регистрируется в списке партии «Парнас», в первой тройке как кандидат, и идет представителем от партии националистов и движения «Артподготовки» на выборы депутатов Госсовета Удмуртской Республики. Видите, на минуту немножко назад, поэтому буфер есть. Любой точки Удмуртии. Так, пауза. Телефону 8-904-245-58-28 Руслану Тимушину, чтобы зарегистрироваться волонтером, ну или оказать какую-то посильную помощь и поддержку в этом начинании. И я прошу еще, значит, по поводу... По поводу Марка Гарперина? Да, нет. По поводу Марка, это понятно. Я сейчас читал, забыл. Еще какие-то. А, по поводу донатов, значит, вот я никак не могу донатить, перемотать. Если вы желаете, чтобы это рифкоинами
как-то возвращалось, да, вы указываете, что нужно указывать. Надо обязательно указать в сообщении свой имейл. Имейл укажите, чтобы мы начислили рифкоины. Да, чтобы с доната пришли как раз вот эти деньги. Потому что, да, они не согласуются. Поэтому, если вы там напишите, мы вам переведем. Очень просим вас сделать так. Да, еще раз напоминаю, что в Тверском суде 20 числа будет слушание по делу Зимовца в 11:30 утра. Стас Зимовец, наш товарищ, приходите, поддержать. Приходите к 11:00. Спасибо, что вы нас смотрите. До свидания. Спасибо.